ЕДДС Ленинска-Кузнецкого уже на протяжении ряда лет входит в число лучших в регионе. И этот год не исключение. Почетное первое место и звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба Кемеровской области Кузбасса» вновь у коллектива Ленинска-Кузнецкой единой дежурно-диспетчерской службы. Коллеги, конечно, также большой вклад в работу внесли и весь руководящий состав. Это, конечно, руководители предприятий. Это и штаб по корректировке всех наших операций, связанных с ГУЧС. Основным показателем это недопущение ни одной чрезвычайной ситуации у нас в городе. Это большой труд. И труд всей той команды, которая занимается данным вопросом. Поэтому вам всем большое-большое за это спасибо. Благодаря нашей слаженной работе мы не допускаем, и я думаю, что мы не допустим никаких чрезвычайных ситуаций. От профессионализма и решительных действий сотрудников гражданской обороны зависит здоровье, а зачастую и жизни людей. Упорный труд, самоотверженность и верность долгу помогают достойно решать поставленные задачи, своевременно приходить на помощь и спасать жизни. Хочу искренне поздравить всех с наступающим праздником, пожелать самое главное крепкого здоровья, успехов в службе. Хочу пожелать, чтобы вот такие тренировки были только тренировками, чтобы они не понадобились нам, они практически. За плодотворную работу специалисты ГУЧС, а также руководители санитарных постов и команд добровольных пожарных дружин получили благодарственные письма, дипломы и почетные грамоты от городских и областных властей.